Христос воскрес! Пойдемте. Это Евгений из Екатеринбурга нас встречает. Подарок оператору. Ну, спаси Христос. Подарки оператору. Ваши карты. Так. Это вы можете отдавать на местах стоянок. Прямо оставляйте их, чтобы их сбрасывали. Вот подарок вам, мои книги. Новый Завет. Для Слова Божия не отусы, к истину православия. Подержи. Вот эти четыре книги, это библиотеки ваши Путина карты. Есть, патриарха. Это вот моя супруга Настя. Приятно. Сейчас, секундочку. Спасибо. Так, сейчас я достану, значит, у меня побежал. Это вот адреса, куда вам нужно будет сбрасывать видеоматериалы. Раздадите им тем людям, у которых так, оставите флешки. У которых оставляем флешки. Понятно. А. Вот адрес, сюда зайдете и просто можно будет скинуть. А дальше мы перешлем это Гавриилу или еще куда-нибудь. Или вы сможете там выложить в интернет через YouTube. Есть у кого-то пароль? Да, есть. Да, все есть. Вот, ну там разберутся. Вот если что, вот вопросы. Так. Можно будет задавать. Не забыть, сразу дадим наши визитки. Понятно. И здесь адреса. Абсолютно все наше. В интернете, хорошо, где хорошо. Мы флешки будем оставлять. Хорошо, хорошо. Там 6 флешек, но они, вот я тут написал, это отдельно специально вам листочек, что при каких настройках камеры, какое количество минут у вас будет записано на флешке. Вот на Ютубе показывается видеоизображение вот с таким вот где-то качеством. Только одно, да? Их там много, но вот это оптимально. Надо бы выделить, подчеркнуть вот, это. Лучше всего будет HG лучше. 13 мегабит. Так, это надо, это, да, Евгений, решай, надо записать. Да. Вот. Что лучше HG, например, лучше HG. А на машине можно там. Либо то, и это допустимо, да? Да. И видеофайлы делайте по 15 минут не больше. По 15 минут. Да, еще тут конверт, здесь немножко долларов, ну, на всякий случай. Ну, спаси Христос. Так, это вам передаем. Те листочки тоже передавайте. Давайте групповую фотографию сделаем. Да, конечно. Так, давайте, а где? Сделаем фотографию. Надо, чтобы. Надо камеру включить. Сделаем фотографию. Фото. Фото. Давай. Значит, слушайте, я что скажу. Иногда люди встречаются, понравились друг другу и теперь молятся верующие, чтобы Господи соединил нас, чтобы дружба была наша безвечная, как Китая с Советским Союзом. У меня есть другая память. Господи, пусть эта наша встреча будет последней. Мы никогда не встретимся, если это не угодно тебе. Если в этой встрече есть что-то зазорное, предосудительное, ради корысти какой-то, мы же этого не знаем, Бог знает. То есть сначала нужно разрушать, пророку Иеремии сказано, а потом созидать. Но если тебе это угодно, удари все препятствия, чтобы мы были роднее родных. Потому что родство кровное, оно кратковременно для этой жизни. Вот мы родные только по Христу. По крови Христовой, что Он Христос умер за нас. И поэтому у нас так сроднил, мы едем как одна душа. Вас не знали никогда, если мы были неверующими, еще ради мы встречались. Сергеев, это только кого вы уже знаете из нашего круга. Это все делает Христос. И поэтому каждая встреча я сразу представляю, Господи, проверь, нужно это или не нужно. Я вас не знаю, вы меня не знаете. А если Богу это угодно, Он так сделает, что мы будем самые лучшие друг друга. Богом. С Богом. До свидания. До свидания. До свидания. Храни Господь. Номера не надо протереть. Ну вот. Николай, спроси.